Как молиться в пост? Так как говорят, что пост без молитвы – это диета. Совершенно верно. Что такое пост без молитвы? Это диета. Совершенно верно. Таких диетчиков много в мире. Это неплохо поститься. Вреда от этого никакого нет, и с умом. Но это не пост, это диета. Совершенно верно. А как молиться? А вот здесь каждому глубоко индивидуально. Если человек уже, например, молится утром, вечером, совершает утреннее чтение правил молитвенные. То есть вот уже есть всегда. В пост что-то прибавить. Вот сейчас я приведу пример. У нас есть одна матушка в церкви здесь. Она вот в этот пост, который сейчас закончился, Успенский, вносит изменения. Она молится, в частности, на псалтыре. Псалтырь читает, молится, псалмами, в частности, кроме всего прочего. Но вот великий, но вот в этот, простите, Успенский пост, она ничего не прибавляет, не убавляет, только меняет псалтырь Давидова, библейскую, на псалтырь Ефрема Сирина, Божьей Матери. Псалтырь Божьей Матери. И вот такое изменение вносит. И у нее поэтому это время окрашено духовно, совершенно в особый цвет Божьей Матери. Хорошо? Прекрасно. Чудесно. Умница какая. Как хорошо она решила для себя. Прекрасно. Прекрасно. Вот. Поэтому может что-то прибавить или что-то изменить, но чтобы выделить время. Мы помним, в заповеди Божьей гласит, что праздники Божьи и посты нужны, чтобы выделить, в первую очередь, время. Поэтому выделить как? Вот и в молитве сделать разницу. Помним, например, я знаю человека, который великим постом ничего не прибавляет к молитвенному правилу своему, но утром и вечером заканчивает его великим постом молитвой Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего. Помните церкви? С поклоном. И вот так три поклона совершает каждый день. И таким образом у него великий пост дома по-особому чувствуется в молитве. Вот и прекрасно. Это не есть правило что-то сделать, а каждому индивидуально то, что это время по-особому выделит, а значит, нас внутренне настроить на правильный лад. Это главное. Есть другие, конечно, выводы из этого, но это главное.